Кошт поездки в Минске метро повялічыць. С 24 снежня у четвер один жетон будет каштовать 5500 рублей. Нагадаю, пошний раз плата за проезд у подземным громадским транспорте столицы повялічывалася у снежне минулого года на 500 рублей. Подорожая проезд и у наземных техниках, с 25 снежня прикладно на 33% повялічыцца кошт билета и на поездку городскими, региональными и межрегиональными линиями эконом-класса.